Летят опилки, работает резчик по дереву. В руках умелого мастера дело спорится. За 2 часа из этого куска дерева при помощи бензопилы появляется мишка – карвинг, то есть художественная резьба по дереву. Традиционно дополняет основные соревнования по валке дерева. Впервые чемпионат вальщиков Нижегородской области проходит на Бару. Соревноваться приезжают участники из МРЛ и Чувашской республик, а также из Брянской области. Это искусство не каждому дано, наверное, сделать фигуру сразу, тем более с первого раза, без подготовки. Вот. Это надо и форму чувствовать, знать анатомию и так далее. Соревнование перестало быть чисто мужским. В чемпионате за победу борется и Галина Климина из Чувашии. Она участвует в соревнованиях 3-й год подряд. Интересно, кровь закипает, наверное, как правильно сказать. Охота быть наравне с мужчинами и показать то, что мы тоже что-то умеем. Программа соревнования соответствует всем канонам чемпионата Международной ассоциации вальщиков леса. Здесь есть выполнение 4 упражнений сначала. Значит, это в зависимости от жеребия, либо валка дерева, либо работа на стендах. А стенды – это замена цепи на скорость и правильность. Потом комбинированная раскрыжовка наклоненных хлыстов и, значит, раскрыжовка на точность. 5-й заключительный этап – обрезка сучьев на скорость. Всего за победу сражаются 13 человек. Побеждает Александр Оленев из Тонкинского района. Федеральный этап соревнований для лесорубов пройдет в августе в Вологде. Участники уже начинают активно тренироваться. Ольга Абрамова, «Время новостей».